картина ясная. Новозеландцы и уругвайцы строго першие, перший и другой родок. А у норвежцев и гондураса очков нема. Про это мы поговорим крыху позднее, а зараз гимны. О, Сингапура, а Мухаммед Бен Джахарим, это рефери, его ассистенты Рони Минкиат, Ханан Бен Абдуль. Система ВАР. Норвежцы проиграли Новой Зеландии. Вот тут шмат, что вырашалось у этой встречи, у этой гульни. И назад отходящие оборонцы сборной Гондураса поспели эту передачу спынить. Хауге отдает мяч Хосе Гарсии, что стараются гулять высоко. Не восстановится пас за гульней. Хауге и мяч у сердца. Зробил передачу на Эрлинга Халанда. Вот про что я вам только что сказал. Непосредственно у центра обороны сборной Гондураса. Причем у штрафной площади есть возможности, ну, литерально, вот, напрашивался же передача Хауге, однако оборонцы гондурасской команды не прочитали ситуацию, и таким чином Эрлинг Халанд забивает свой первый гол на этом турнире. Вот еще раз бачим, постараться. Ну и скандинавы это и робят, и вот как раз уже Дубаль. О выполнении Халанда Эрлинг разобивался. Ну а что, снова ж таки, ему дают как пас проспект пройтися, как раз непосредственно близко, да, у меня будет такая футбольная пятачка, побач со штрафной площади, и Эрлинг, ну, Эрлинг вельми старался попередить матч, как раз у гульни супер сборной Уругвая, не удалось ему допомогать команде с новозеландцами, ну а тут такое уражение не настроились, как след до эту гульню. По оборонцам старта норвежского. Выходит, что глубее вниз на позицию опорного. И Чавес отримал передачу от Росалеса пяткой. Ну, вот то, про что мы кажем, то есть, а не за оборонцами соперника. Будет удар сдалек. Ну, будем лечить эту пристрелку. Первый удар по воротам сборной Норвегии. Выполнение Баптиста, супер сборной Уругвая. И зараз. Сейчас выходит на первый гондурасского футбола. Ну, а потом перешел как раз в тренерскую роль. Взял ее на себе. Лико. Все логично. Мяч переводится в штрафную, ближе до вратарской. Падает Эрли Халанд, однако Бенджахар. Тобиас. Классная передача на Халанда. И Халанд пробивает таки. Хосе Гарсия, так что не тады, так зараз. Оформляя дубль Эрлинг Халанд, а я тут отзначил просто шикунный пас партнера. В глубине поля Юлия Лунд и Эрлинг Халанд. Зусім недавно ягоны гол был отменены за порушение правил с боку самого Эрлинга. Ну а зараз по этой системе в этой команде он денежный на позиции центрального дефа побольше для Астигарда. Британского футболу Скандинавии был первым шагом футбол Англии. Ну и тут потерпел Астигард форварда сборной Норвегии. Штуршок. Порушение правил супрать Эвина. Страшенно звалился, конечно, и так крикнул. Ну а у нас спроба пробить Хауге. Ну, вы ведаете, не буду сказать про группу смерти, однако по именах вельми гучно. Квартет. Италия, Япония, Эквадор, Мексика. Подает Кристенсен. Удар с близкой отлеглости и мяч у сетцы. Вот такая помста Ле Астигарду за той боль, что ему нанес Жак-Жан-Баптист. И таким чином 3-0. Ну что, по усреднению у нас отремливается по голу за 10 хвилин. И Ле Астигард, один из самых досведченных гульцов, опытных гульцов сборной Норвегии, капитан команды, оборонца никого не шея Брайтона, забивая свой первый гол. Шансов может быть более, чем у той же сборной Норвегии. Аргентина, но не Херсона Чавеса, ты знаешь, что и все. Смело идя наперед, Хосе Гарсия отрымал пару це, сдается. Так кто будет забить свой третий матч? Его отрымливается это сделать, невеличкая пауза. И у вынику развел голкипера и мяч по разные в углы. Ну а что, 36-я хвилина. Ну, я так мягкую, что Джихары может додать, только где-то протягивая паузы. Хвилины еще 3-4 до первого тайма. Эрлинг Халанд оформляя хет-трик. Вот так. За литерально 30 хвилин он забил более чем за два попередние матчи. Ну и в уголе тоже денежная близко до атаки. Как раз зараз он отримал передачу. Знаходится на лауте запасных. И он забил как раз у своей вороты у матча
супраць каманды годна скончыць гэты групавы этап. Памыляецца на выхадзе Хасе Гарсія, праўда, гэты памылкі нарэшце не карыстаюцца. Ну, там здаецца Расалес. Джозеф, пас на Чавеса, ну, Чавес мяч утрымлівае, пераводзь у самы цэнтр і трапляе мяч у сетку пад перакладзіну, нават не кінуўшы вочы, не узняўшы галаву, Эрлін Халанд афармляе покер. 5-0 і ўсе 4 мячы, ўсе вось акрамя голу ў выкананні. Ля Остігарда у выкананні форварда Red Bull Salzburg. Перадача Хаугі, усё правильно тут, таму там вельмі складана уявіць, што яны прайграюць і не заб'юць. Ну калі гэта адбудзецца, вось тады ўжо Ля Остігард, капітан. Ну і ў нас шосты гол тым часам у выкананні зборнай Нарвегіі, гэта Йенс Хаугі. 6-0, самы пачатак другой паловы сустрэчы, і нарвежцы працягваюць забаўляцца. Тым часам другі Крыстіан Борг-Гренвік, шостый Аднат Хадзіч, 20-й Тобіас Крыстенсен, 9-й Крыстіан Торпстведт, 17-й Хакон Эвіен і 19-й Эрлін Халанд. У каманды Гондурас толькі 2-2. Ну, ось яшчэ перадача ў штрафную плошчу, яшчэ далей Халанд! 5-й гол! 5-й гол Эрлінга Халанда, покер, ну і далей, так? Бентам, як я там ўжо падлішваюць гэтыя забітыя мячы, у любым выпадку Халанд гатовы ўсталёўваць рэкорды. Зараз Халанд аднаасобны лідар па колькасці забітых мячоў, у Эрлінга 5, адпаведна, на 2 болей, чым у яго непасрэдных праслідках. Міні за паўгадзіны, Халанд! Прамахаецца Эрлінг. Аўтар пент. І зблізіўся ўжо вольныя вароты, 6-й гол, так і ёсць. Хаця дагэтуль заўважу Эрлінг Халанд, ён не збіраўся там забіваць сам, рабіў перадачу партнёру. Ну вось такія задачы дае каментатару нарвежскі форвард. Вось ужо пайшлі разборкі, тут ужо, канешне, нервы здаюць футбалістаў Гондураса, нічога Эрлінг Халанд не рабіў. Ось такі ўжо паказчыкі, і ось зараз ён забівае! Забівае гэта яго 7-й гол! Так што 7-3 у Эрлінга Халанда! А калі 8-й заб'е? Ну, вось вы ведаеце, трэба, напэўна, карыстацца сеткай інтэрнэт. Як называць 8 мячоў, забітых адным футбалістам? 7? Ну, давайте! Тым не менш, нарвежцы працягваюць атакаваць. Крыстенсен, вось вам, 10-й мяч! На гэты раз, правда, не Халанда, тым не менш. Вось там паказваюць зараз ужо і заўзятарам зборнай Нарвегіі 10-0. Гэта рэкорд. Канешне, рэкорд, бо тут ўжо разменялі другую дзясятку галоў. Ну а чаму і не? Эрлінг урываецца ў штрафную, б'е па варотах! Эрлінг Халанд! 11-й гол у гэтым матчы, і ягоны 8-й мяч. Ну вы ведаеце, Эрлінг, рудыя штаны. Ну, прыгажун, што тут скажаш. Вось так вікінгі асваюць Гондурас. Ну што, ну, верці ці не верці, гэта акта-трык. Эрлінг Халанд, 11. Ёсць яшчэ час. Ось як зараз Халанд! Ой, Хаугі там яшчэ быў побач. Што ты робіш, зборная Нарвегіі? Слухайце. 90-я хвіліна, 12-0. Халанд, Халанд! Так, ідзем далей. 9-й гол, трайны хет-трык. Ну, на трык. Ну, а што? Ну, на трык. Заважайце яшчэ раз. Паказваю, што ён вольны. Там быў Хаугі. Кінту кубі сундар футе ўдецца, зара котон порте чан, пачунду парэн. Тара ідрэс гула на еші ніте парэн, уна тэк ту дэкам. Салварта থাকছে এক কালার সুরমা কালারের আর ওড়নাটা থাকছে অ্যাশ কালার অ্যাশ কালারের সঙ্গে মাস্টার কালারের কম্বিনেশন করা